такая программа, и мастер-классы. А во всем подробнее, в этих нескольких включениях, вот в эти минуты начинается официальное открытие. С Днем Народного Единства! Этот праздник объединяет всю многонациональную, многомиллионную Россию. И Кубань — регион с богатой историей, верными своему долгу гражданами. И верность нашего края звучит в унисон с историей всей страны. Мы свято верим, что в единстве друг другу вместе работаем на благо родной Кубани и России. Вместе растим детей, вместе развиваемся и стремимся к новому. Вместе отмечаем праздники! В дружбе заключена великая сила. Она начинается с единства. И мы в соединении. Наша свобода! Россия! Поехали! Thank you.
Вот такое произошло. Ад, где... Ой, прошу прощения. К Олегу Алексеевичу подходят люди. Обнимают, плачут. Рассказывают про павильон. Конечно, не слышно. Но рассказывается о том, чем годится Крым. Амбассадор от Крыма Олег Алексеевич Зубко. Но представителей от Крыма еще много, и представители будут меняться в
на протяжении всего этого времени, что будет до апреля открыта выставка. Поэтому каждый день будут разные представители. Олегу Алексеевичу подарили что-то уже еще. Своими руками. Своими руками человек опоздал на выставку. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Царевна Лебедь, которая живет в парке. Которая живет в Тайгане, да. Своими руками столько труда, посмотрите, пожалуйста. С ума сойти. Чуть-чуть даже я поехала на церемонию задержалась. Лучше бы я и еще не здесь бы дойдет. Спасибо большое. От депрессии, от болезни, она от всего спасает. Многие жалеют, говорят. Люську бы сюда привезли. Это бы, да. Все люди были бы здесь. Да. Делать один для нас. Все были бы здесь. Да. Дала соя, куда? Мы, друзья, вот это просидели. Здравствуйте. А я думаю, еще одна Татьяна коллега. Думаю, я чего-то не знаю. Думаю, еще есть кто-то. Спасибо, спасибо. Я красная какая-то. Наблюдаем за вами, за вашими подопечными. А вас... Увидите себя на ютубах страны. А мы вот это вот 2 часа отсидели в кафе. Столько людей сюда приходили. Поэтому мы сказали, завтра, дорогие друзья, в 11 часов с пирожками, с мазками, чтобы мы там вот это вот время не теряли. Сторонники Тайгана сделали сегодня день выставку. Это да. Оживленно с домами в нашем городе. Если не мы к вам приехали, то мы к вам врачи. Это да. Я дружно Олег Алексеевич сейчас. Олег
Ехали до Кыма далеко, а в Москве рядом. Почему ты все здесь стоите? Нет, я думала бы в районе. Так что, друзья, напомню еще раз, завтра к 11 часам, кто хочет встретиться с амбассадором Крыма Олегом Зубковым. Мы с 11 будем тут. Мы собирались уже уходить, но люди идут и идут. Когда вы будете? А пытаюсь, здесь интернет просто плохой. А, ну потому что... Да, ну пытаюсь, гружусь. Это да, мечты должны сбываться. Спасибо вам, спасибо.